Короче, второй заход. Тут такой себе заход, потому что камней много. Ну дальше песок, очень приятно. Вода очень ледяная. Самая холодная вода из всех водоемов, где я купался в этом году. Купался много где? Раз, два, три. Но бодрит. Плюс в том, что сегодня вообще нет ветра, поэтому выходить комфортно. Ну и температура такая в районе 20 градусов, поэтому снаружи после воды кажется очень тепло. Это Ладожское озеро.